Всем привет! Сегодня на обзоре раскраска «Мир, который обнимает», раскраска «Одеялка». Текст Ольги Примаченко, а иллюстрации Елены Крыминой. Хочу сказать, что мне очень понравилась эта раскраска, поэтому я с удовольствием снимаю обзор, чтобы как можно больше людей о ней узнали, ее купили, и издательство сделало выводы, что такие книги очень нужно выпускать еще. Давайте про формат. Она чуть меньше, чем вот такая серия. Ну, где-то, да, на 1 сантиметр в ширину и 2 в высоту. Я думаю, такие раскрасочки тоже у многих уже есть. Издательство «Бомбора». Здесь, насколько я помню, 22 сюжета. Есть небольшой текст. Так, хочу сразу сказать, что раскраска и прошита, и проклеена, что очень-очень круто. Давайте же мы с вами посмотрим, какие здесь иллюстрации. Об этой раскраске я узнала из группы ВКонтакте «Лига колористов», которые все самые важные новости мира колористики сразу же нам дают. Очень большое-большое спасибо им за это. По превью там было, по-моему, 2 картинки, если я не ошибаюсь. Уже было понятно, что раскраска будет просто шикарная, но я даже не ожидала, что она будет, ну, настолько крутой. Потому что здесь и иллюстратор, она очень постаралась, во-первых, да, то, что ее лайн очень красивый, детальный, проработанный. Но еще у меня сложилось ощущение, что иллюстратор не просто нарисовала какие-то картинки, она конкретно изучила вопрос, а что сейчас происходит в мире раскрасок для взрослых. Какие тенденции, да, какая рисовка, какие сюжеты нравятся. Вот, и мне кажется, что, ну, это вот действительно очень качественная, проработанная такая серия иллюстраций. Вот. Потому что здесь, знаете, напоминает и чуть-чуть Джоана Бесфорд, и чуть-чуть Мэри Тролля, и даже вот рисовка немного напоминает Рейда Принс. Но это ни в коем случае не копирование какое-то, да. Это вот именно лучшая практика, да, вот когда человек все самое лучшее. Ну, конечно же, нельзя не отметить сходство с сюжетами Терезы Гудридж. Также вот мне кажется, что от Эйри есть некоторые иллюстрации. Вот здесь, кстати, как будто, знаете, вдохновлены Джоаной Бесфорд. Да? Ну, как это мне так кажется, да? Пишите в комментариях, какие у вас ассоциации. Но я считаю, что раскраска, безусловно, заслуживает внимания, заслуживает того, чтобы быть в коллекции. И вот смотрите, даже новогодние сюжеты. Я не читаю то, что, какой текст, да, это лично для меня не важно. Но в целом, насколько я знаю, что автор текста, она автор нескольких книг по психологии, поэтому в целом я думаю, что фразы тоже довольно-таки вдохновляющие. Замечательно. И овощи, и природа, и интерьер. Замечательно просто. Вот здесь небольшой тест бумаги, я думаю, в принципе, будет всем интересно. Бумага, знаете, обычного качества. Вот внизу вы можете посмотреть Prismacolor и Polychromos, как наносятся, да. Вот здесь
скажем так, в один слой здесь со всей дури нажим, и то же самое здесь один слой, здесь со всей силы. Замечательно, и наслаивается, и смешивается, но, конечно, там 10 тысяч слоев вы не нанесете, но в целом я думаю, что 6-7 легко. Маркеры немного растекаются, особенно если вы любите, знаете, такое вот спиртовое прям пятно залить, то вот будет некоторое растекание, но в целом не критично. Конечно же, они протекают, потому что это спиртовые маркеры. Итак, акварель по сырому. Странно, она тут легла, еще какие-то точки появлялись, ну как-то так, знаете, и, конечно же, акварель на такой бумаге сильно выцветает по-мокрому. Вот. А вот по сухому мне очень понравилось. Во-первых, все отлично легло, никаких проблем не было. Бумагу вот в этом месте, где акварель была по сухому, практически не повело, поэтому я думаю, что это идеальный вариант. Грануляция, конечно, здесь я налила лужу, поэтому бумагу повело, но и эффекта грануляции, я думаю, что вы видите, не особо наблюдается. Что по протеканию? Ничего не протекло, есть минимальные точки. Но даже, честно говоря, я и на видео не могу их показать, настолько они маленькие. А на этом все. Я надеюсь, что мой обзор был вам полезен. До новых видео. Пока-пока.